Всем привет! Вы на канале «За студию увлечений», и сегодня мы с вами нарисуем северное сияние и жителей Крайнего Севера. Для начала мы проводим линию горизонта чуть ниже середины листа. У нас будет нарисовано два человека. И для того, чтобы правильно закомпоновать, мы проведем линию середины, чтобы у нас не сдвинулась композиция в ту или другую сторону. Сначала мы покажем людей схематично. Это у нас будут дети, поэтому голова будет больше, чем у взрослого человека. Нарисуем круг, потому что они будут еще в пушистых капюшонах. Дальше рисуем прямую линию тела, плечи, до локтя, рука вниз, до локтя вниз, потом тазобедренный сустав, рисуем до колена, ниже, ступня, до колена, ниже, ступня. Здесь будет один ребенок, сюда мы нарисуем ребенка, он будет немного выше ростом. Также нарисуем круг. Тело, плечевой пояс, вниз рука, а другая рука будет поднята вверх, тазобедренный сустав, чтобы нам знать, где у нас будут ноги, до колена, от колена до ступни и ступня, до колена, от колена до ступни. Сама ступня. Сейчас будем одевать наши фигуры. Нарисуем большой меховой воротник. Шубку в виде треугольника. Опускаем линию вниз. И еще одну линию вниз. Делаем рукава с одной стороны, с другой стороны. Опять рисуем мех, варежки. Мех. Сейчас сразу с двух сторон от нашей линии построения добавляем штаны и унты. И посередине рисуем тоже мех в виде облачка. Убираем линии построения, чтобы они нам не мешали. Линию середины тоже можно уже убрать. Нарисуем челку небольшими черточками. Нарисуем глазки, узкие глазки, бровки, небольшой носик, улыбочка. Это у нас будет девочка, поэтому нарисую вот такие косички. И украшение на шубке вышитое. Переходим ко второй фигуре. Делаем то же самое. Мех. Можно сразу нарисовать челку. Это у нас будет мальчик. Глазки, бровки, носик, улыбочка. Рисуем шубку.
Мех на рукавах. Это варежка в кулачке. С двух сторон добавляем объем ноги. Убираем линии построения. Добавляем вышивку. Меховые помпоны. Еще мех. Здесь будет удочка. И на ней будет рыбка. Все, мы можем приступать с вами к краскам. Для этого возьмите палитру, кисточку средних размеров, это может быть пятерка. Берем белую гуашь и синюю гуашь. Сначала кладем в палитру ту краску, которая светлее по тону. Это у нас белая. Выкладываем побольше и добавляем синего. Добавляем немного воды, чтобы гуашь хорошо размять. И закрываем от линии горизонта вниз. Стараемся работать горизонтальными мазками. Вокруг фигур аккуратно кончиком работаем. Хорошо, все плотно закрываем. Сейчас в эту же луночку добавляем еще немного синего. И вертикальными мазками делаем в середине неба. Так мы будем рисовать с вами северное сияние. Возьмем зеленый холодный и добавим сюда, в эту же луночку. Рисуем снизу, делаем мазочки. Рыбку не закрашиваем, оставляем. Удочку можно закрасить, потому что мы ее нарисуем сверху, она очень тонкая. Споласкиваем кисточку. Берем малиновый, можно фиолетовый, и смешиваем с белой краской. Положили белую и добавили немного малиновой. Рисуем аккуратно снизу. Ничего не пропускаем. И сверху. С
Полоснули кисточку и сейчас будем набирать цвет лица. Цвет лица можно развести оранжевый с белым, либо мы можем взять охру, белый и немного красного. Но красный уже берем теплый. В отдельную лунку добавляю белый, немного охры и алую красную. Полностью закрываем. Одно и второе. Берем коричневую краску, выкладываем на палитру и разминаем. Обязательно нужно разминать в палитре, потому что очень часто, когда на кисточке остается вода, ребята не размяли в палитре, хорошо не промяли все, и вода выбегает на рисунок. Тем самым вы можете все испортить. Поэтому все-все хорошо проминаем. Закрываем шубу. Штаны, унты. Аккуратно за крайнюю выходим. Теперь берем кисть потоньше, белую краску, рисуем мех вокруг головы. Край должен быть немножко неровный, потому что это пушистый. Край. Когда все белые места закрыли, мы добавим чуть-чуть опять синенького маленько и рыбку нарисуем, тело рыбки. Возьмем чистую охру. Все краски обязательно разминаем в палитре. И рисуем основу для вышивки узора.
возьму кисточку еще потоньше, алую краску, нарисую варежки. Также нарисую хвостик рыбки. Плавничок. Немного узоров красных. Также подчеркну улыбку. Коричневой краской тонкой кисточкой нарисую удочку. В телесный цвет добавлю немного коричневого, чтобы сдержанный такой получился оттенок. Обозначу носики. Один. И второй. Размяла черную краску. Рисую волосы. Косички. Глазки. И бровки. И мальчик тоже нарисую. Волосы. Глазки. Бровки. Нарисую леску. Стараемся, чем тоньше, тем лучше. Темную шубку можно чуть-чуть черным. Там, где рукава, разделить. Обувь. Теперь возьмем синий, разминаем его точно так же, как черный у нас был размят. Покажем сугробы, где стоят дети. Где мех, небольшие штришки сделаем синеньким. Делаем не черным, а синим, так будет лучше смотреться. Не слишком контрастно. Варежки тоже можно подчеркнуть. Девочку мы уже закончили. Переходим к мальчику.
Сейчас мы еще на рыбке немножко добавим синего глаз. Можно чешуйки показать. Все, вот такой рисунок получился. Желаю вам творческих успехов. До свидания.